Денис Викторович, нулевая безголевая ничья, она отражает ход встречи? Ну, скорее всего, наверное, отражает. Все-таки, может быть, у нас и было какое-то территориальное преимущество, но, к сожалению, не получилось забить. Не так много моментов, в принципе, было. Ожидали, что игра именно подобным образом сложится, очень закрытый футбол? Ну, ожидали, посмотрели несколько игр Амкара, в принципе, все было ожидаемо. За счет чего пермякам удается так здорово именно в домашних стенах играть, потому что здесь они еще ни разу не проиграли в этом сезоне? Ну, команда хорошо обороняется, практически 9 человек стоит в обороне и один нападающий. Пока им удается хорошо обороняться. В концовке мысли на что были направлены? На то, чтобы вырвать победу или все-таки как-то уберечь ничейный результат? Ни в коем случае. Мы всегда думаем только о победе.